А в это время в другом конце столицы группа Five Star Family забралась на крышу сталинской высотки, где, собственно, и прошли съемки клипа на песню «Футболка». Впервые поклонники коллектива увидят прекрасные формы новой солистки Леры Козловой. Про девушку, которая разочаровалась в своем парне, которая так любила носить его футболочки, рубашечки. Ну, все девочки это любят, все мы знаем. Да, с некоторых пор она решила, что никаких футболок, все, только трусики, только трусики. Нечего разочаровывать, как бы, своих девчонок, мальчишки, а то только трусики.